Ровно в 8 утра по московскому времени в российской столице открыли свои двери 5 избирательных участков. Это 9001, 9005, 9015, 9016 и 9017. А всего по России соотечественники будут голосовать на 15 участках. Изначально планировалось открыть 12 УИКов, однако из-за увеличения количества избирателей ЦИК принял решение открыть еще 3 участка. Один в городе Тюмень и 2 в Москве. В российской столице дополнительные избирательные участки открыты в одном из корпусов школы номер 627 по улице Житная, 6. Этот корпус находится в шаговой доступности от метро Добрынинская и от посольства Кыргызстана в России, где идет голосование на 3 УИКах. Это очень удобно для избирателей, ведь гражданам иногда приходится искать себя в списках избирателей. В этом им помогают волонтеры, которые встречают их у метро Добрынинская и по фамилии направляют их в тот или иной участок. Общее количество избирателей по Москве составляет 17 891 человек, а по России – 31 638. На избирательном участке номер 9016 одним из первых проголосовал Сейитбек Сыдыков. Чтобы выбор был честный, Аллах все видит. Народ пусть выбирает хорошего человека, чтобы наше будущее процветало. Члены УИКов строго следят за соблюдением санитарной дистанции. У избирателей измеряют температуру тела, выдают им маски и перчатки. В зимнее время очень важна пропускная способность избирательных участков. У нас 4 аппаратуры, которые проводят идентификацию человека. И у нас сидят 5 человек на списке и на выдаче бюллетенев. У нас 5 кабинок. В принципе, этого достаточно. Весь избирательный процесс проходит под зорким оком наблюдателей от каждого кандидата. Пока все хорошо. Мы сидим, наблюдаем. До вечера еще будем смотреть. В Москве активность избирателей наблюдается и на УИКах, расположенных в кафе на Большой Ордынке 62 и в здании консульской службы. До настоящее время аппаратура работает исправно. Сбоев пока не было. Но есть очередь. У нас в зале вот за буквами ожидает 1-2, но на улице я видел, там небольшая очередь в настоящее время. И 2 человека, 2 члена комиссии стоят и говорят, белую туда, синюю сюда. Это очень большая нагрузка. И здесь комиссии, членам комиссии, и нам очень тяжело, избирателям тем более. Выборы президента и референдум проходят в 11 российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, во Владивостоке, Сургуте, Иркутске, Якутске, Южно-Сахалинске. Отмечу, впервые избирательный участок открыт и в городе Тюмень. Грибек Молдаконов, Асхар Уланулу, Алатау-24, город Москва.